Я покажу очень простой прием китайской медицины, с помощью которого вы легко сможете облегчить боль в горле, головную боль и зубную боль. Для этого нужно взять в себя замочку уха таким образом, то есть сделать пальцы вот в виде такой вилки, вот, потому что, как обычно, большим и указательным пальцем, то есть вы мочку уха не удержите. Да, для этого нужно вот сложить пальцы таким образом и вот этими двумя пальцами зажать мочку уха. И теперь очень сильно и резко потянуть. Значит, направление, куда нужно тянуть, то есть примерно вот эта линия, которая соединяет ухо, наружный слуховой проход, да, и нос. Да, то есть вот по направлению этой линии, то есть нужно приподнять мочку и очень резко и сильно потянуть. Вот таким образом. В результате такого приема вы почувствуете легкий щелчок, который располагается вот в этой части. То есть чуть ниже уха будет слышать такой легкий треск или щелчок. Это говорит о том, что прием произведен правильно. Вот то же самое мы делаем и с противоположной стороны. То есть еще раз. Значит, зажимаем вот таким образом мочку и тянем. Вот. Да, то есть вот в этом направлении, которое соединяет кончик носа и наружный слуховой проход. То есть вот в этом направлении назад. После этого вы должны почувствовать такое тянущее ощущение вот в боковых частях шеи. Вот здесь, то есть как бы тепло такое пошло, как бы приток крови. Вот, и чувство такой небольшой ломоты, распирания и тепла вот в этих частях. Это говорит о том, что вы этот прием провели правильно. Почему так происходит? Китайские медики нам объясняют это следующим образом, что любое проявление боли, будь то головная боль, зубная боль, боль в горле, боль либо воспаление, говорит о том, что в этих местах имеется скопление энергии ветра. Вот. Есть на теле человека есть определенные места, где повышенная концентрация энергии ветра. В частности, значит, это места, где вот ямки и нижняя часть уха. Поэтому растягивает эту часть, да, таким вот способом, вот таким приемом, способствует тому, что вот часть энергии ветра рассеивается вот из этих мест. Соответственно, уменьшается энергия ветра и в тех вот воспаленных частях, будь то горло, зуб или, например, или головная боль.